Всем привет, это Свентовит, и мы продолжаем свое прохождение Fallout 3. Мы снова недалеко от того места, где должен был произойти взрыв убежища 74, которое мы недавно с вами обследовали. Убили кучу смерти когтей, выяснили причину, вообще что там творилось, и раскрыли тайну происхождения когтей смерти. На самом деле это бывшие безобидные крысы. Ну, крысы не настолько безобидные, но все равно крыс. Но вот благодаря секретным лабораторным исследованиям одного вещества они стали превращаться вот в эту этих смерти когтей, ужасных тварей, грозы пустоши. Но из одного дурачка, жильца убежища умственно отсталого бедолаги, над которым потешались и издевались все, кому не лень, произошло убежище страшное. Он опоил своих друзей крыс, которые жили в пещере там под убежищем, этим самым гадостью, в общем, которую они, в общем, хранили в каком-то дальнем конце лаборатории. В общем, это вещество забросили, эксперименты с этим веществом, и вообще порвали уши. Волтекс вообще приказала покинуть убежище со всеми к ним приписанными людьми, то есть семьями, которые тоже укрылись в этом убежище. Но они не успели, скажем так, покинуть, поскольку начались ядерные бомбежки, и они там остались. И все уже забыли про этот эксперимент, и бочки с этим веществом так и стояли, и некоторые, большинство даже не знали, что в них такое опасное. И вот этот дурачок один раз опролил чуть-чуть его, крысы начали, друзья, быть немножко агрессивнее, покусали его. Ну и он думал, что сейчас я напою своих друзей-крыс этим зельем, этой жидкостью, они вот покусают их, ну как он мыслил, и будут знать, что над ним нельзя смеяться, иначе их не его друзья их покусают. Но они и покусали, только не так, как он это себе представлял. На части разорвали и съели. Ну, в общем, такая вот беда приключилась в этом убежище. Это так, вкратце и не без подробностей. Но когда мы с вами все сделали, вышли, там атомная бомба еще не взведенная осталась с детонатором, но она почему-то не взрывалась. Я не могу допереть, почему она не взрывалась. Но теперь я, кажется, знаю причину. Почему она не взорвалась? Потому что я мега невнимательный человек. Не заметил, что надо просто подойти к определенному ВПО. То есть не с любой точки местности я могу подорвать эту бомбу, а только с определенной точки, которая отмечена маркером на карте. Ну, я думал, а что она не взрывается? Ну, я же на достаточном расстоянии, она не взрывается. А, оказывается, нужно еще стоять в определенном месте для этого. И да. Кстати, один из моих друзей сказал, ну вот, твой канал не популярный, на нем нету зрителей, никто не комментирует, не подписывается. Потому что у тебя нету харизмы, там как особого стиля подачи текста и так далее. И вообще ты скучный, нудный, иногда лепочешь, заговариваешься, заикаешься, когда говоришь, и вообще. И поэтому, ну извините, ребята, если это действительно так вас отпугивает именно это мой канал, ну... Я такой, я не могу выдать того, чего не имею. Такого вот особенных харизмы и не... интересности того, чего я бормочу во время своего прохождения. Как-то не получается. Я бы и хотел, я пробовал там всякие от лица персонажа реплики выдавать там разговоры, но как-то они были высосаны из пальца и как-то не очень смотрелись. Ну, иногда интересно, но на протяжении всей серии так особо и напряжно, в общем, это делать. На ходу придумывать что-то интересное, какой-то текст от лица персонажа. И... В общем, ладно, я заболтался.
Ставьте лайки, если вам нравится видео, если не нравятся дизлайки, хотя бы дизлайки, чтобы я знал, что кто-то смотрит и кому-то оно не нравится. Комментируйте, подписывайтесь друзьям и вступайте в группу ВКонтакте. Так и так. Так, где это место? Так, оно, по идее, где-то должно быть. Ага, да, вот оно. А теперь... Кабум! Так, так, там какая-то локация впереди не раскрытая. Давайте посмотрим, что оно там, как оно там. И вообще исследуем местность. Ну, чтобы дважды уже сегодня возвращаться, я хотел вообще тут, ну, все вокруг исследовать. Тут есть пару местечек, которые надо посетить, пуш. Ну, как-то не хочется потом. Я хочу открыть все места, которые здесь имеются вообще в игре. Поэтому, как бы, давайте раскроем все то, что под рукой, чтобы потом не приходилось возвращаться. Так, что у нас здесь? Врагов вроде не видно. Какой-то туннель, но, как видите, он завален. Прохода дальше нет. Нужен ключ. Да, похоже, можно войти в эту дверь. Все же здесь есть какая-то локация, но в нее так просто не попасть. Наверное, все начинается от того форта. Помните, мы записку находили? И ключ к этому форту. Вот там мы получим ключи от всего этого дела, наверное. Ну, я так предполагаю. Так, ну, собственно, там что-то такое говорилось в записке, я уже не помню. Но мы обязательно все это сделаем с вами, но только чуть позже. Так. Не знаю, стоит ли в скором времени возвращаться к основному сюжету или пойти по DLC-шкам и прочим квестам, квестов из модов, которые я наустанавливал на эту игру. Так, что у нас там? Ну, у нас тут, в принципе, одно место и осталось неоткрытым. Так. Ну, давайте направляться к нему. Не зачехляй, дружище. Не зачехляй. Тут у нас где-то два врага. Два скорпиона. А, вижу я хвостик одного из них. Ну, где-то, где-то покажись. Неужели их так смущает, что я стою на этом камне, они теряются? Так, ну... Так, вижу хвостик. Ну, все остальное ушло в камень. Так, ясно. Но...
побежал. Снова побежал. Ладно. Надоело. Так, с одним разобрались. Со вторым разобрались. Два раньше сразу так сделать. Теперь вон. Так, а что это там за дверка? Так, еще один. Скорпионеж. Так. Не, мы какое-то неизвестное место надыбали. Только как туда подняться с вами? Похоже, никак. Это скорее выход из локации, чем вход. Значит, мы откуда-то будем выходить через эту дверь. Потому что с другого способа как-то туда попасть я не наблюдаю. Так, стойте. Что у нас? Нет. Тут никак не зайти. Так, сохранимся. Так. Я потом как-то попытаюсь туда зайти, посмотреть, что там. Сейчас нас интересуют немножко другие вещи. Так, мы далеко. Так, это уже далеко. Так, тогда давайте спустимся. Поблизости. Так, ну где-то там есть какая-то тварючка. Ага, и впереди есть какая-то тварючка. Целых три штуки. Ну давайте подкрадываться, что ли, к этим тварям. Все равно они у нас на пути стоят. Так, тихонечко так крадемся, подкрадываемся к этим монстрилам. Так, что у нас? Кто у нас? Какая-то халабутка. Монстрилы. Какая-то крыса. И труп какого-то невезучего парня, которого они загрызли. А третий катакрыс куда-то смысл. О, он уже нас нашел и спешит к нам. Ну, иди сюда. Здоров. Обследуем это местечко. Посмотрим, что было в наличии у этого парня, которого загрызли кротокрысы. Так, и ничего у него не было. Зря спустился. Ну, конечно, и тут пули немножко и пистолет. Но оно того не стоило. Продолжим наше шествие. Ну, даже не знаю, стоит ли с такого расстояния пытаться лупить.
А где тот? Смерти коготь. Которого мы видели там. Вот то было, что ли? Ну, это то самое место, куда мы, собственно, должны прийти с вами. Поэтому... Так, ты еще там, парень? Ну, давайте попробуем. Ну, два раза попали. Он пока не в курсе, откуда мне стреляли. Он теряется в догадках. Но ему уже поздно нас искать. Так, у нас есть второй объект. Но по нему сложнее попасть. Поскольку он далеко от нас. Так, фрезы. Так, я на секунду отключу запись. Когда попустит. Так, отпустила. Так, давайте высматривать эту утырка. Так. Давайте подойдем поближе. Тут вроде нигде нету. Не видно. Так, он там бродит. Засранец мелкий. Крысёныш. Готов. Хороши снайперки. Сдалека можно такого опасного врага щелкнуть, и все, и не париться. Сблизи его шандарашить. Надеюсь, их тут было всего два, а не три. Так, ну вот это место, куда мы, собственно, хотели причалапать. Такое место для пикников. Где люди приезжали там шашлычки зажарить. Все такое. Отдохнуть на природе. О, чертеж. Круто. Так, давайте. Вот первая наша жертва. Вот вторая. Так, аптечка. Берем. Что у нас здесь? Так, ну это все смерти когти. Всего двое штук было. Слава богу, что не больше. Так, куда бы нам с вами сегодня отправиться-то? Тут мы все обследовали. Так. Туннель Ягаев. Сгоревший дом. Форт. Так. Или может Кральс. Вот этот вот штук. В общем, здесь где-то прошиваться в этой стороне. Тут посмотрите, у нас сколько неоткрытых мест.
Я без понятия, как туда попасть. Так. Не знаю даже, куда вас повезти. Это вообще... Тут стоит ошиваться, когда уже будем по сюжету переть в этой местности. Так. Убежище когти смерти. Это вообще какая-то самоубийственная миссия. Даже не знаю, куда вас повезти, если честно. Так. Вот этот форт. Так. Ферма чистой земли. Жидкая закусочная. Давайте вот сюда пойдем. Сюда! Ага! Вот убей! Ты где! Собаки застали меня врасплох. Это самый неприятный момент, когда они вот так вот... Там супермутанты тусячат, здесь... Чёртовы наемники. Да сдохни ты уже. Так, ну с этим разобрались. Где? Вот ты где. Когда же это умрет этот фриз? Так, медленно-медленно курсор идет к голове этого наемника. Выделяет ее. Так, не торс, голову. Не торс. Голову. А, ладно, без разницы, давай уже хоть что-нибудь. Наконец-то прогрузилась. Умри тоже, зараза. Так, а там где-то бушует супермутант, который напал на мародера. Но почему-то он сюда подняться не может. Ну, супербосс. Зашибись. И опять фриз. Как он мне надоели уже. Кого ты поймал? Умри. Да умри ты уже. Давай.
Вот и все. А теперь, Фриз, пропади. Пропади, зараза. Так, не, мародер жив. Мародер жив. Так, а Фриз... Отомри. Вот, наконец-то. Он что, по крутокрысе решил с гранатомета шарахнуть? Так, Фриз, отомри. Отомри, Фриз. Твою маму. Ну давай, давай. Заканчивайся уже. Сейчас, когда прекратится это безобразие, я включу запись снова. Так, вроде попустило. Убьем этого злобного крысокрыса. Так. Это еще и злобный крысокрыса. Или это не крысокрыса? Да нет, карата крыса. И опять у нас, дамы и господа, Фриз опять налагает. И опять я снова включу запись, когда она перестанет это делать. Вроде отпустила, и пока она отпустила, давайте убираться отсюда, а то что-то здесь нереально все фризится. Так, давайте доберем этих горе-наемников и срочно в метро. Там должно лагать меньше. Опа. Так, надо подремонтироваться. Костюмчик еще норм. А вот моим пушкам надо ремонт. Да и тем пушкам, которые нужно продавать. Тоже бы не помешало их всех отремонтировать, и весу будет меньше. Так, ножи. Так, возьмем пистолет, кувалда. Полицейский кардбэнк. Штурмовухи нет. Так, теперь можно идти дальше. Тут у нас капкан в крови. Очень незаметный. Ну, прям очень незаметный. Так, где-то впереди враг. Так, сохранились. Берем, берем, берем. Все пригодится. Враг, наверное, гуль. Скорее всего. Так, хотя тут не пройти. Все завалено. Так, в шкафчиках ничего ценного не лежит. Ладно. А, враг у меня за спиной. Здесь где-то. Ну, где ты, гуль? Я почти уверен, что это именно гуль. Это, блин, потрошитель. Зашибись.
О, быстро мы его. Неожиданно быстро. Да. Я их так боялся, что в последнее время не пытался их как-то обычным способом убивать. Потому что в ранних наших с ними встречах они обычно требовали, так быстро нас гасили и требовали столько боеприпасов на себя угробить, чтобы их завалить, что я до сих пор их стремаюсь и стараюсь как-то обходить или чем-то таким ядреным по них жахать, чтобы они сразу умирали и не доставляли всех тех проблем, что могут нам доставить, а оказывается они уже не такие уж страшные для нас, по крайней мере. Так, врага нету рядом. Так, ящички. Так, тут что-то лежит. Монтировка. Тут ничего не валяется. Так, что? Эти. Продвигаемся дальше. Сегодня мы изучим это место. Так. Здоров, бродяга. Лови свинец. Был бродяга, нет бродяги. И это хорошо. Это очень хорошо. Вы так не находите, господа? Мои случайные зрители. Мои прекрасные случайные зрители. Которые так редко ко мне заглядывают. Не говоря уже о моих постоянных подписчиках, которые, видимо, подписались и забыли. На что они подписались и зачем? Уж не комментируют, не смотрят. Поэтому вся надежда на ваши лайки, господа хорошие, добрые, прекрасные, случайные зрители. Так, где это мы с вами окажемся? На каком-то кладбище. Ага, а вот мы и попали на это место. Теперь в этой местности у нас почти все точки раскрыты, кроме этих двух. Это не считается, на что-то не определяется, хотя мы там уже были. Так. Так, и лодочный причал. Ну, в принципе, тут все раскрыто. Тут еще вот эти три места, или даже четыре, можно было бы раскрыть. Туннель Ягаев, но тут потом по сюжету будем. Можно по центру тут ошиваться, повыведывать, что где как. Хотя там, думаю, не так будет интересно. Ну, то есть мы будем вам по достаточно атмосферным местам бродить с вами. То есть там. Так, нас свернуло, но мы уже снова здесь. И, как я говорю, мы будем брать, конечно, по очень атмосферным местам, но многим не нравится таскаться, допустим, по метро. Мне дико это, конечно, доставляет, но вам, так как и мне известно, не очень. Ну, по крайней мере, некоторым из вас. Так. Тут можно подняться, а там дальше какое-то другое метро. Ну, дальше мы заглянем чуть позже. Мне пока интересно, что у нас здесь такое интересное. О каком кладбище вообще идет речь? И если оно тут вообще... Я как-то не наблюдаю здесь нигде никакого кладбища. Что у нас здесь? Пижама. И вино. И манекен, да, очень смешно. Так, рейдеры. Первый пошел. Ну что ж ты так мажешь? Вроде ж перки снайпера прокачаны.
Так, там где-то еще двое. Вот один даже по нам стреляет. Мы попадаем в балку. Так. Еще одна дамочка. Так. Она вообще куда-то решила смыться. Так. Куда-то она утопала. Так, кто-то спрятался в кустах. Типа. Что-то там красавица забыла за этими кустами. Так. Ты собираешься вылазить? Да-да-да, ну давай иди сюда. Да-да-да. Метка. Особенно за дробаша, это такое на звуке расстояния бить. Это она вообще мощь. А наш горе-снайпер как-то умудряется промазывать. Интересная статуя, я тут никогда не был, если честно. Я так не обследовал детально игру, каждый закоулок я не обсматривал, если честно. Так, тут какая-то лужица радиоактивная. Думаю, ничего интересного. Так, и давайте проследуем, посмотрим. Так, забираем и идем дальше. Я здесь никогда не был. Интересная статуя. Приятно, знаете ли, находить, оказываться в местах, которые раньше в игре, которую, в принципе, как бы, знаешь, и проходил, затер до дыры, а тут бах, и натыкаешься на что-то, что никогда не видел в ней. Круто, а вот и кладбище, собственно говоря. Так. На кладбище кто-нибудь есть? Так, вроде нет. Да, на этом кладбище я никогда не был. Так, там какая-то даже церковь есть. Хм. Интересно. А это что за домик на полянке? Так, давайте заглянем. Интересная локация. Я здесь никогда не был, и я почти уверен, что и вы здесь никогда не были, потому что наверняка так сильно не углублялись и не проходили прям по всем локациям, что есть в игре, а только так. По сюжетным и те, кто там оказывались на пути. А вот так подробненько никто не шастал. Так. Что у нас здесь? Книжек целых нету. Зал. Подвал, в подвал потом спустимся. Что у нас здесь? Довоенные деньги. Так. Здесь у нас, по идее, кухня. А, у нас тут не только кухня, но и... ванная. Так, книжка. Замечательно, правда, у нас уже прокачана мега-мега. Так что как бы особо. О! Что же тут прячут? Снайперку. Круто. Это круто. Кстати, наша снайперка нуждается в ремонте. Давайте посмотрим. Да, нуждается. И мы ее
подчинили. Хорошо. Это было хорошо. Так, что у нас? Кто у нас? Никого нет. Не, спать я не собираюсь. Мне нужны дротики. Еще один ночбокс. Что у нас тут? Игрушки? Игрушки. Одежда. Это детская. Так, это спальня. Что у нас? Так, под кроватью ничего нет. Ничего, вроде. Тогда спускаемся в подвал. Странная планировка, ну да ладно. Интересный подвальчик, я вам скажу.